Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз пришел кейс для различных гаджетов, там кабелей, ну и так далее, то, что сопутствует повседневной жизни, отъезду и так далее. Но в моем варианте, то есть это кабели и зарядки различные и так далее, штативы. Так, вот такой кейсик поставляется именно в таком варианте. Так, называется фирма Bona, если видно на этих замочках. То есть есть ремешок для переноски. Так, ну и здесь три отделения, то есть верхнее отделение непосредственно для различных кабелей, ну или других каких-то предметов. То есть резинки соответствующие, куда можно засунуть и уложить компактно, чтобы они не валялись. Дальше есть еще одно отделение, второе. Здесь тоже есть кармашек, то есть можно уложить различные части, вспомогательные кабели либо что-то другое. Так, ну и есть с липучками отсек, куда укладывают более большие, соответственно, части, там, например, зарядку, штативчик, сетевой кабель под зарядку с адаптером питания. Так, ну и так далее. Так, ну и давайте посмотрим, что сюда уместится. Так, ну и давайте посмотрим вариант раскладки какого-нибудь оборудования. То есть здесь не все еще. Так, ну здесь пока вот один кабель у нас расположен. Подключение камеры. Тут лежит различная мелочевка. Винты различные. Так, ну и здесь вот уместилось тоже различные винты, штативная голова Fujimi, которая есть на моем канале. Дальше два блока питания камеры шины для камеры. Мини-штатив. Так, ну а здесь расположились для блоков питания шнуры, чтобы подключить к розетке, там по 3 метра каждый. Так, ну и вот такая вот сумка, то есть все лежит у вас компактно, никаких проблем. Взяли с собой, ну и где необходимо достали и применили. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.